это новый гибрид, мы выводим, она приблизительно по срокам спелости, ну, это среднее между етмой и между лемой. Она прекрасно растет в теплицах, чуть раньше лемы, но и более интересные еще результаты показывают в открытом грунте. В этом году она не была цены, вы сами знаете, на раннюю капусту. Некоторые клиенты ее не убирали, ну, потому что нет цены, и уже они забыли. Потом приехали там через 3 недели после ее зрелости, она не потрескалась, она была по 4-5 килограмм, ну понятно, слишком уже большая, но факт тот, что она стоит, она не трескается, она более устойчивая в полевых условиях, эта капуста. Она уже как и лема круглая, более круглая, чем етма, более зеленая, но етму по скорости тоже пока не догоняет. Пока альтернатив етме как в нашем ассортименте, так и, скажем, в конкурентов пока нет. Там каких-то 3-5 дней, но етма все равно впереди. И тоже, как я сказал, вес от 0,8, отличие от етмы, что ее там при полкилограмма можно резать, это уже где-то с 0,8 только, и это как бы ради спелости. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.